Денис, Денис, просыпайся, 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 быстро. Чё жить? А вы где? Где, ребята? Жители, вы где? Жители, вы кто? Я вообще вас не знаю. Мы жители из деревни номер 14. А вы от из деревни номер 13. Стоп, так, нас сюда посадил... А кто вообще, как вас вообще зовут? Мой друг не мой, меня зовут Андрей, а его зовут Барышкин. В будущее. Ну, значит, нам надо только ж... Я знаю, она работает только специального зелья. Да, хорошо. Сидите там. Я выберу. Давайте, ребята, строим это все. Жители, я здесь. Сидите пока не здесь. Я выберусь. Так, ребята, как побежали. Вот там житель стоит, у меня дома, он охраняет. Вот это. Вот походу это что? Машина времени, да, это машина времени. Надо сюда забраться. Так, тогда машина времени не работает. Не знаю, нам надо... Надо топливо. Ребята, подскажите, где это топливо достать, пожалуйста. Я хочу вернуться и сделать все как было. Потому что я уже надоела этой жизнью, и я хочу отсюда переехать. Я хочу, чтобы были поскорее выборы. Я не знаю, где тебе найти это топливо, но... Стоп! Где житель фиолетового холма? Здрасте. Ты же сказал, что он не мой. Это я перепутал. Это мой друг. Не мой. А, понятно. Ну, короче, говорите, где это? У нас топливо найти. Топливо это дуванчик. Чё? Ну я пойду там дуванчик добуду. Ну иди. Опа. Вот и дуванчик. Я добыл дуванчик, и чё дальше? Ну, переделай его в этот. Ну, окей, так у меня креатив как? Ну, возьми с креатива, мне нельзя брать ничего с креатива пока не... Тогда не знаю, тогда переделай. Ну, окей, пойду как-то где-то на верстке переделаю. Для меня там же кирпичный пустит. Перекатом. Так, ну, мне надо хотя бы... Это вот так. А там на этом эти. Я не достану. Что здесь вообще внимание? Тихо, поднялся внимание. Так, есть, ребята, погнали, давайте эту машину времени за. Делаем. Все, пока не сразу топливо действует, мы садимся и... А где я оказался? О, да ты, бло... Стоп. Я сплю или что? Это так будет выглядеть наша деревня в будущем? Я не хочу будущее, интересно, какой это год. Я посмотрю, 2048 году будет выглядеть так наша деревня. Стоп. Жить. Вот он уже не живет.
колодец. Хотя у нас колодца не было, может, его построили. Но колодец у нас не снесли, наверное, опять построили или что. Жители, они уже тоже не живут, не живут. О, свинка, привет. Так, солнце садится, да. А вот что это за человек из прошлого? Здесь скоро будет... Здесь скоро ночью будет зомби-апокалипсис. Бегит. В смысле? Берем эти все вещи. Это для меня, это для тех людей, которые... Блин! Когда зомби-апокалипсис отличается этот. Этот отличается. Так, ребят, ладно, встретимся. Сейчас где-то будет самый безопасный дом, залезем. И здесь куда зомби не пролезет. Ладно, ребят, во время зомби-апокалипсиса встретимся. Ребята, помогите! Ребята, на меня подошла толпа зомби. Ё-моё. Я не успел даже одеться. Одеться не успел. Кушаем яблочко. Одеваем всю броню, выложим свечи. Начинаем стрелять. Ой, как лагает теперь из этих зомби. Опа. Синка, извини. Ай, мелкая. Получай. Они меня жмут везде. Ту-ё-па-ё. Ой. Всё. Они меня зажимают, ребят. Мы отобьём этот... Ё-моё, тут зомби. Ребята, мы отобьём этот. Ребята, ставьте лайки, мы потихоньку будем отбивать этот зомби-апокалипсис. Зомби. Где-то должны быть ещё зомби. Давайте. То есть они меня не могут скинуть в шахту. Давайте побежим, заныкаемся. Вот наша. Прибываем деревья невидимости. Все, мы невидимы. Так его убьем. Они меня со всех сторон бьют и лупят. Ой. Нет. Отбегаем, ребят. Это надо до утра добить. Добить этот зомби-апокалипсис. Здесь давайте. У меня уже стрелы заканчиваются. Так, кстати, их будем обстреливать этими. Нам на вышку какую-то забраться. А что если... Давайте на вышку заберемся. Будем их туда там обстреливать. Есть.
обсудим еще. Давайте, они там половину замка горели, там застряли. Там нас там застряли. И давайте прыгаем в толпу. Ух ты, ё-моё, Так, где меня забили? Тупо. В этот. Они меня сбивают. Нет, они не могут. Это не может так быть, что я этот зомби-апокалипсис не выживу. Я от жителей, хотя они... Я от жителей убегал. Я от зомбарей убегу. Я от жителей могу убежать. Я от вас убегу, хотя жители умнее, чем зомби. Понятно, не зомби, но без мозгов нету. На меня еще и пауки эти нападают. Тут такой буду толпу убивать. Короче, ребята, давайте, наверное, серию закончим в следующей серии это вью. Если нет, я, наверное, где-то сейчас перекантуюсь. И увидимся в следующей серии. Давайте, я сделаю в пещеру. Оттолкнусь одну. Отдохну на пару минут. Вот еще сделала. Ладно, ребят, до следующих встреч.